Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Снейка. Меня зовут Сергей. И сегодня продолжаем скилл-тесты. Вам понравилось? И я уже улетел, сука. Вам понравилось прошлая серия, поэтому продолжаем сегодня со мной опять также. Имя, долг и... Короче, ребят, поздоровайтесь нахрен. Да, а что делать здесь надо? Ехать. Вот по вот этой вот спирали, что ли? Да. Черт возьми, блин. Она не трудная, но хитрая. Да, она получается, ты немножко тупишь, куда поворачивать, блин. Да, особенно наверху. Да-да-да, я туплю, я реально туплю, куда поворачивать. Короче, скилл-тест. Сегодня попроще скилл-тест, надеюсь, что я его пройду. Как бы, я естественно, я учусь. Блин, мне уже нравится начало, это просто вот что-то с чем-то, поэтому... Да, ну конечно, ты уже прошел имя, да? Вот стопудово, блин. А мы тут два долбоеба, блядь, Биба и Боба, блин. От первого лица, короче, пробуй. А, что дальше, стоп! А что это дальше? Дальше надо останавливаться, что ли? Да, дальше на юбка. Твою мать! Твою мать! А я специально не сказал, кстати. А я ее заметил. Поэтому тормози. Да бляха, муха! Ну я, короче, походу надолго задержусь здесь, поэтому... О. Расслабьтесь, лежу. Ребят, все расслабьтесь. Я второй чекпоинт взял. Просто расслабьтесь. Я фу. А где первый? Я зашел. А че машину мне поменяли? Чёлкали. Так, я первый взял чекпоинт. Антон, после этой пойдем она. Мы сейчас. Блять, да что ж такое? Там дальше еще, блин. Там дальше еще останавливаться надо. Ну ёпрыса ты. Да, я не сказал. Блять, ну какого хрена? Ну капец, я столько прошел. Это ж для меня сложнейшая просто гонка. Бляха-муха. А что там наверху? Наверху не видно нихуя. Это жесть, просто жесть. Ну, может быть, это, типа, да, эту не пройдем или заново начнем? Пусть Анкон зайдет с нами или что? Можем заново. Или... Давай заново. Может, не заново? Давай с ним. Да что, тут не трудно. Я не далеко прошу. Ты уже зашел? У меня еще скилл-тест есть, мы это быстро пройдем. Ну, давай вот эту пройдем и еще пойдем в скилл-тест, конечно же. Ну, что мы будем вот это оставлять? Братик. Ой, ё-моё, тут пизда. Не как вчера ты. Где я? А чё тут делать надо? Блять, какого хрена? Ёб твою налево! А чё за херня произошла? Почему я? Чё? А чё за херня, Чё? Да, респаунься, ты чекпоинт взял? Да я не взял его. Как мне тут заехать? Почему я обратно падаю? Я вас. Я с этой херни обратно сам падаю, прикинь. Это что такое, блин? Да как, блядь, твою мать, что за херня? Да съедь на крышу. А что это было сейчас? Почему я как-то преобразовался в какую-то парашу, блин? Машину. А, это другая тачка? А наверху будет вообще мотоцикл. А, это другая тачка, ё-моё. А, типа я, короче, в полете взял, походу, этот чекпоинт сам. Да, да, я тебе сказал, респаунь. Надеюсь, я сегодня... У меня сегодня настроение получше, чем вчера. Надеюсь, я не буду так гореть, как горю. Горел вчера. Ну, точнее, не вчера. Это было не вчера, ребят. Это было буквально недавно. Вот прям вот совсем чуть-чуть недавно-давно. Твою мать! Что за идиот, блин? Да, ну надо, короче, джойстик делать, блин, надо... Блядь, нихуя себе, я обосрался. Надо делать джойстик, и вот на это на джойстике надо проходить, ребят, это надо проходить на джойстике. Это пиздец.
Я такое могу я только на джойстиках проходить. Кстати. Я не могу. Да блин, твою мать! Я прикинь, я, короче, с крыши падаю все время. Я уже который раз падаю с крыши. Падаю с крыши. Падаю с крыши. Я такой ебанутый скилл-тестовщик. Что это за восклицательный знак, сука? А почему чё? Вы мне не сказали, что зачем восклицательный знак? Я вообще его не видел, я его не заметил. Хорошо. Я на расслабоне там приехал. На расслабоне, да? Да, да. Ну, я, походу, очень сильно напрягаюсь. Мне надо немножко расслабиться. Да, действительно, я что-то это... О. Я что-то это... От страха... Неудачи Туба. Немножко туплю. Ебать. Говнище, блин! Что за говно? Я не могу проехать эту долбанную рампу, блядь! Бля, я упал, я на зеленой, я на последней был, долг, прикинь. Ну, бля, почему? Я на желтой пока что. Почему я спавнюсь на какой-то херне, блядь, на какой-то... Ну, ребят, ну это... Бугатти, блядь. Крыша... блядь, я на фиолетовый ёбнулся, блядь, сука. Крыша любителей жопы, блядь. Ну, в смысле, когда ты в жопе. Сука. Я, блядь, ты что, ты машины в полете управлять? Хуй пойми как, блядь. Я прожал. Это ёбаная камера, сука. Хуже, чем в Спинтайре. Блядь. Как тут перевернуться? А, кстати, ты эту игру взял, Мудранер, себе? Да, хуйню взял. Только зачем, не знаю. Хуйня вообще. От пиратки не какая хуйня вообще? Я тоже взял. Так, а куда, да, там а даже куда достижение. А, ну, это же, а куда ехать? А почему я этот... А, вот сюда, блядь. Нихуя не вижу. А там, блядь, другой. Тут опять эти, что ли? Опять тут мои любимые эти, блин, вагоны, ёпар СТ, блядь. А, ты тут? Они не трудные. Да ты, я кстати, в жопе еще, есть. Да, я еще в жопе, да, да, именно вот. Ты про это хотел сказать? Я не попал. А, ты тут, ты еще в заднице, блядь, да? Я с долгом тут. Мы тут на... Чё это? Да мы на лёгком. Да ёбаная машина, сука, как ей управлять в полете? А как съехать здесь? Почему я это... Там как-то боком, типа, я не ебу как, я сам съел там. А можно я слезу с него, не? Ёбаный рот, можно я ёбнусь нахуй сюда? Я заебался. Ребят, посмотрите вот эту херню после мотоцикла я прошел. У меня почему-то запись отрубилась, я даже не понял. Ну, короче, это не сложно, это было просто-просто. Вот здесь вот косяк в том, что я здесь теперь не могу пройти. Долг я прошел, я чекпоинт не взял, прикинь. Молодец. Победитель по жизни. Я на машине поезд залетел. Где двигатель у меня? Блять, идиотизм, сука! Тут, короче, вот эту хрень дальше. Так, подожди, ты чекпоинт не взял, что ли? Да, да, прикинь. Блять, я его еле-еле, короче, взял. Я не знаю, как я его взял, но я взял. Ребят. Чё, блядь? Дожу, нахуй. Так, здесь никаких подвохов нет, блядь. Блядь. Надеюсь. А, специально это чекпоинт, блядь, мелким тело пиздец. Есть, я взял чекпоинт! Он на два чекпоинта впереди, да. Стоп, ребят, а здесь что, несколько кругов, что ли? Что там? А, здесь несколько кругов. Финиш внизу, блядь, что ли? А ты уже, у тебя финиш, что ли, появился? Да! Ебать ты, блядь. Быстро, нахуй. Вот так вот, наконец-таки произошло то, что должно было произойти. А где финиш, блядь, я чуть не пойму. А-а-а, я знаю, где финиш. Все, ребят, я знаю, куда ехать. Не финиширую пока.
Вон он, где финиш. Я понял. Надо туда. Туда. А как туда? Ой, еле-еле на желтую долетел. А как туда попасть? А, ну сейчас, да, быстро. Попасть. Давай догоняем его. Он меня там завтыкал. И, бля, фух, сука. Попал? Не, еле-еле. Я на черной последней. Я на белой. Ой, блядь, ребят, вы там пиздец, там проходить вообще просто как, блядь. Я прошел на чекпоинт. Ай, блядь. Вот это пиздец, вот это я сейчас просрал, вот это я сейчас просрал. Снайк, ты тупо пролетел вперед или что? Кого? Куда пролетел? Когда чекпоинт дал. Я долетел туда, у меня получилось долететь туда. Просто вперед. Да. Не, я балансировал, короче, этим. Не вперед, не просто вперед. А чуть-чуть заехал на эту хрень, на боковинку. Да ну нахуй. То есть, получается, сделал себе типа трамплинчик. Но я, короче. Тихо, что за хрень? Тихо. Ай-яй-яй-яй, меня кто-то укусил. Второй раз я чекпоинт не взял, блин. Ты второй раз не взял чекпоинт? Да. Там ровная, блядь, я не ебу, как там прыгать. Да берешь вот на краешек, на кружочек, на закругление. Как ты сейчас заезжаешь вот сюда? Так же и там, на закругление немножко, блядь. На закругление, немножко на закругление. Ух, я взял. Подожди меня, блядь, как ты туда залетел? Там просто надо от центра на стенку заезжать и таким образом пролететь. А я тупо вперед лечу. Не, ну ты врезаешь, там надо об стенку сначала. Так, а вот здесь один есть косячок, блядь. Если я сейчас проебу, то чекпоинт в жопе в такой, блядь. Вот это пизда вообще. Ой, блядь, как тут дальше? Да! Вот это жесть! Тут, короче, понял, надо заново пройти вот эти вот рампы по кругу, которые... Но! Прикол... В начале, в самом который. Нет, в самом начале, которые красные эти. Но тут есть один прикол, что дальше после них, короче, нету чекпоинта больше. То есть, когда ты проходишь, то дальше, когда ты заезжаешь на рампу боковую, вот эту вот, ты уже, короче, все, ты должен, блядь, типа... Я проебал, блядь, Максим, сука, мимо меня проебал. Пойдите по-быстрому, блядь, пожалуйста, я заебался. Ой, блядь, я ёбнулся, короче, до самого начала рампы. Да вот именно, блядь, ты меня отвлёк, сука, я не успел затормозить, блядь. Короче, там нету чекпоинта, и ты хрен её про... Типа, если ты начинаешь, то ты начинаешь опять как... Максим, блядь, ну нахуй ты это делаешь? Так я еду обратно туда. Стой, не едь там, постой. А как ты, подожди, а как ты оттуда выпал, блядь? Я оттуда прыгнул вон туда. В смысле, ты вот по этой цельной не проехал разве? Нет, я просто так взял, нырнул. Так у тебя здесь опа. Чекпоинт вот наверху, блядь. Нет, вот он внизу у тебя, там где ты вылазишь. А как ты там, подожди, взял? А, ну ты короче, проебался. Я прыгнул. Ты мимо пролетел, да? Не, я просто взял, короче, оттуда сразу прыгнул. Блядь. Нихуя не понял. Короче, ладно. В итоге, ребят, короче, да какую первую позицию он вырвался? Охуел, что ли, блядь? В итоге я сейчас, походу, проебу опять, блядь. Бля, я на самом конце упал. Пройдите, блядь, да? Блядь, как будто мухи жужжат. Что за машины такие? И резина. Тр-т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 р. Идти. А, я понял, в чем прикол. Все. Та ебаная камера, сука. Тихо. Нет! Ебанутый, сука! Я с крыши упал, блядь! Я просто, сука, нажал на ручник и с крыши пизданулся. А, бля, там еще же. Стой! Да, там дальше рампа, вот эта боковая. Там не рампу, а потом еще там надо тормозить, чтобы не улететь. Так вот именно! Бля, там же когда я хватал мотоцикл, я улетел вниз. Ну да, такая же хуйня у меня была, блядь. Сука, это пизда, все, мы хуй пройдем, блядь, я все. Мне кажется, это один скилл-тест на всю серию будет, ребят, не будет больше скилл-тестов. Ой, блядь.
Все, пиздец. Сидите, я, бля, вообще пиздец. И, блядь, камера вверх, блядь, ёбнись. Вот это так, кстати, камера реально, она он добивает очень она, сильно. Прям. Она херово сделана, когда подойдет. Так, где-то там... А-а-а. Я просто там избавил скорость слишком сильно и улетел. Пизда, блядь, я сейчас... Маленький. Пизданутый, блядь! А ладно, хуй с ним, мне повезло. Мне помогли воздушные эти, блядь, вентиляционные... Пакеты. Вентиляционные, блядь, грибки, которые стоят на крыше, потому что я перелетел крышу почти нахуй. Ну, блядь. Ну. Я на последнюю, блядь. Ебать, я прошел нахуй. Чекпоинт теперь взять. Вы с правой стороны или с левой брали? Братан, знаешь, с какой я стороны взял? Сука! Смотри, Снэйк, как последи за мной, блядь, как? Я выиграл, блядь! Я выиграл, блядь! Ну а мы продолжаем, ребят, продолжаем скилл-тест. Надеюсь, что... Ну охуенно я, блядь, продолжаю скилл-тест. Ты мне в жопу всрался только что, блядь. Вообще идеально срался. А-а-а! Ой-ой-ой, пока. А-а-а! Что делать, я лечу? Блять! Я, короче, этот, как это называется? Да у всех одинаково, блядь. Проскользил по... Так я уже второй раз... Я чекпоинт поймал. Да ебать, там сверху надо, да? Уиху! Ебашить. Паны, вы что, реально это пройти можете? Да, там сверху надо. Блять! Я въебался в эту разделительную красную штуку! Да, я тоже. Наебалово! И там, и там. Я завтра не так, а куда ехать-то? Снэк, да он нахуй это вот это делать было, блядь. Ой, улетел точно. Спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Много скорости тут, блядь. Я вообще еле-еле подъезжаю сюда, короче, и норм этот получается. Да не знаю, я подъезжаю сразу. Сука, а сейчас меня перевернуло, ну ладно. Зараза. Зараза, блядь! Блядь, я обосрался, ёбаное это ускорение. Да что за херня, Макс, ты уже наверху, наверное, да? Я-то всё, наверху, я... да. Я на поехал. Ага, нет, я нет. Понял или не понял, но я ничего не понимать. Пиздец. Но я думаю, что это машина, конечно. Мы наверху прошел? Нет, я вот в начале в самом, я вылетел. А не понял, я начало прилетел. Я то же самое у меня сейчас произошло, я прилетел в начало. Я думал, это сейчас будет, может, какой-то чит. Тихо, куда ты едешь, блядь, там с разгоном. Там с пробела, типа, зажимаешь на пробел и... Так какой, по верху или по низу ехать? По верху, там по низу нельзя. Там... Уйди. Че, уехал? Ебать, да что за хуетень, блядь? Это что за смарт? А куда, налево или направо, блядь, лучше? В горку он не едет. Но мы тут. Вы по правой, да, поехали? Я по левой. Уйди оттуда, он едет в горку, ты просто... Это там надо тайминг подобрать хороший. А че за хер? Короче, я понял, блядь, надо направо ехать. Налево там... Спасибо, что сказали. Налево ускоритель, блядь, ебаные. Там оба, там везде ускоритель. Там оба на ускоритель. А, блядь, там... и как она едет, сука. Кусок дерьма. Блядь, я упал. Ладно. Я проехал. А как этот ускоритель, блядь, этот, миновать? Задом. Говорите, задом. А, задом, типа, задом не берется ускоритель? Задом он не ловит. Ой, ебать. Блядь, ну реально скилл-тест, сука, ебаный, блядь. Пиздец, да я сука, вылететь не могу на эту рампу, ёбаную. Вы сейчас охуеете, блядь. Что там дальше? Давай. Я это... Я не могу.
Ну ты чё, блядь, не можешь поехать, что ли, ёбаный твой налево, блядь? Да, не могу. Ой, ёб... Так, а здесь по прямке, да, можно? На прямке. Сука. Ку! Я сюда. Блядь, а почему её сносит, это дерьмо, блядь? Не знаю, нормально всё. Иха! Направо или налево? Направо. Ох, ебать, куда я улетел. Та ебаная камера, вахуй. Снова? Блять тебе, кругинно. Так, а чё, я вылетел, блять, из дырки. Куда лететь дальше? Там не туда. Смотрите, там, типа, когда... А, я вижу, я вижу, я вижу, куда, я вижу. Не пролетай, твою мать. Подожди, в смысле, надо залететь в другую дырку, что ли, или чё, блядь? Там, короче, вылезти, там открытая эта фигня, типа, в трубе, открытая, сзади, типа, ну. Когда вы респаунитесь. Там с разгона, я читануть хотел, смотри, я пытался, блядь, заехать в трубу, нахуй, отсюда. Макс, ты уже проехал, да, туда, блядь? Всё закрыто, да. Не, это я проехал. А как ты туда заехал? Я говорю, респаунтесь, на F зажимайте, там открытая труба, вот ты летел, ну надо типа целить. Ах, хули вот, я тут смотри, забыл. Смотри, Снэйк, куда ты едешь? Смотри, вот я где. Кольца смотри, куда ты едешь? Да куда? Назад. А, всё, там можно проехать, блядь, да? Да. А, Макс, да а Макс туда залетел, короче. Это а, я... ебать, я понял, что делать надо. А, я сюда хуй заеду. Что... Я сюда хуй заеду, но я бы попробовал, но я хуй заеду, короче, надо. Слезай, короче, все. Все, чекпоинт взял. А, лох. Анкон, скажи честно, ты еще внизу? Да. Ну я почти доехал, давай. Корыто конченое. Самое охуенное. Я почти доехал. Ёбаная камера, она вообще не поддается, блядь, ничему. А как туда залететь? Блять, я не понимаю. С разгона. С разгона. Ну то есть ровно с разгона по кругу вот так. Раз, два, три или как? Да, да. Миллиметр не вписался. Да ёбаный народ, первый раз залетел спокойно, бля. Сейчас не могу попасть. Сука. Так ты не туда залетал. Потом дальше. Так надо туда сначала залететь, чтобы потом оттуда. А, да? Да. Я ёбаный рот, блядь. А как оттуда туда потом залететь? Точно так же. Да ебись. Через 7 минут я на первом. Самый скилловый из нас. Ну вот, ну я же сказал, что я самый скилловый. Да давай, корыто конченый, он не едет. Тут снова спидали, я тебя обрадую. Короче, пиздец вообще, я, бля, хуй знает, как это проходить. Ну чё там, да? Да ты серьёзно, Снэк, типа, блядь? Я тут, блядь, прилип к этой хуйне и всё. Смотрите, я сейчас приеду, Снэк, покажу. Подожди, Макс, блядь. Макс, ты делаешь не так, походу. Нет, я делаю так, только я не попал. Там, я короче, говорю... видите, кольца вверх, видите? Ну, вижу. Там а? Дыра есть в трубе, типа разгона, туда залетает. Да, это понятно, это не... В нее залететь, потом из нее кольцо попасть, чтобы не перелететь. Да нет. Да ёбан. Прошел. Прошел? Да, а куда дальше, не понял. А, он там... Да сись, блять! Я тут пытаюсь понять, как это делать, это меня сбивает. Ну давай, я посмотрю на тебя. Я нихуя не вижу этой камеры, не могу понять, где это кольцо. Прикиньте, Снэйк, тут снова, а это, по дороге надо это, как помнишь, вагончики? Заебись. Ну, типа, не вагончики, но все равно надо, типа, вот там большой этот, спираль большая, блядь. Да, нет, вот так, Макс, да, залетел? Нет. Да я ну, попробую. Да, на, пробуй-то, я никого не держу. И давай, сука.
Я-то, в принципе, сейчас в теории могу заехать. Я с первого раза там прошел, чего это, блядь? Да ща, бля, я тут прилип, сука. Перевернулся. Блядь! Я видел, как ты проходил имя. Я прошел там, я честно, нормально прошел. Не, я видел, говорю, что ты проходил нормально, честно. Блядь, да почему я, сука, слетаю? Почему она задом лучше, блядь, разгоняется, чем передом? Что за говно, блядь? Потому что она не шлифует задом. Кусок дерьма ебаная, блядь. Макларен, блядь. Эдуард. Полстар. Да ебаная камера, это еще сколько такая. Чуть-чуть, блядь, вот чуть-чуть, прям совсем. Вот он я понял. Едь, пикап мастер. Какой ты пикап мастер, ебаный рот. Ёбаные, блядь, шарики, сука. Конченая тварь. Ну и как это понимать? Могу поехать сюда. Пиздец, я сейчас сделал, блядь, больше. Я перелетел лишнего. Тварь, тварь, нет. Только не это. Опа, здравствуйте. Ты залетел. Ёбаный рот. Да, теперь еще попробую по этим кольцам не слететь. Эй, блядь, эй, поворачивай, сука. Блядь, почему эта камера, сука, сама, блядь, фокусируется, пытается, блядь. Я, похуй, я, блядь, пролетел второе кольцо. Кто-то улетел, я видел. Это я улетел. Это камера, сука, ебанутая, блядь. Пиздец какой-то. Ты кусок дерьма, блядь, ты ехать можешь или нет? Вафля ты, блядь, белая. Я понял. Пиздец, просто. Просто ебаный. Ой, классно, я попал. Блять, я не то нажал, сука! Я видел. Я думал, я вперед еду, я назад еду, блядь. Ты понял, я хотел же компенсировать, обратно поехать, блядь. Кусок дерьма, ебаный, блядь. Тварь конченая, гнида, мразь. Я, блядь, сорвался, ёбаный, сука, сыр. Он вовремя не может зайти в хаки. Теперь опять эти кольца ебучие. Пиздец, я тоже сорвался. Надо вспоминать, как это проходить. Ёбаный. Так, я сейчас. Да вы еще на легкое. Опа. Блядь. Ахуй. Пиздец просто! Это просто пиздец! То, что вы видели, ребята, это вообще жесть. Вот что сейчас произошло, это просто жесть. Кстати, вот я эта машина... Я упал на крышу туда в кольца и отскочил обратно, блядь, нахуй. Кстати, машина эта очень хорошо падает на бока. Она прям цепляется, когда ударяется. Здорово, Сны. Здорово, блядь! Здорово! Давай, пробуй. Ебануться, Игорь! 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 Сука, блядь, я слетел на последнюю. Игорь, блядь! Как бедный Игорь. Как тут смотреть, не понял. Камера пустит. Ну, заебись. Ё-моё. Все, я еще чекпоинт взял. Все, ты прошел, блядь, уже все? Все, все. Все, ты прошел, блядь. Куда лететь надо? А тут куда, блядь? А, не понял, где чекпоинт. Ну да похуй. Тут ай, анальную блядь. Дырку надо, прикиньте. Анальную блядь. Дырку, блядь? Да. Ага. Труба есть. О, не понял. Ёбаный в рот. Радиус огромный, сейчас попробую. А, создатель лоб. Я на квадроцикле ебошу. Все, сейчас я настраиваю машину, полетели. Я по воде. Ну,
А чё в смысле? Серый, ты где? А чё в смысле? Я? Нет, ты блядь! Не. Блядь! Сука! Я где? Я, блядь, наверху уже, ёбаный в рот. А, блядь, сука. Я уже на бирюзовой хуйне. Но, ребят, мне кольца даются очень легко, так. Поэтому расслабьтесь, блядь. Я кольца с первого раза прошел почти, поэтому... Короче, слышь, что имя? Я в конце, блядь, этот... в конце надо в конце было свернуть... Вы... Свернуть этой рампы, понял? В конце рампы свернуть же ж надо было, блядь, да? Да. На чекпоинт. Да. А я пролетел нахуй его. А, да? Да. Так, вот. А я там, знаешь как, я на синюю дорогу упал прямо и с нее допрыгнул. Я прошел. Кого? Чекпоинт, блядь? Фу, этот скилл-тест прошел? Да. Кудрила, блядь. Мы там, это, кого там? Анкона потеряли? Не то, что потеряли, я не знаю. А как фильтр поменять? Тыкаешь на все кнопки, они не меняются. Слышишь, а вот скажи мне, я правильно сейчас делаю, да? Да, да, да. Как ты, как это с этой дороги? Зачем там чекпоинт, блядь, находится на дороге на этой ебаной? Корыто, корыто едет. Понятно. Ну я чекпоинт взял, так что расслабься. А как отсюда выехать? Стоп! А как отсюда выехать нахуй, блядь? Вот так, как-то так. Поехать, я не понял. Она поднимается на это. А, на лавочку, блядь. Подсказывайте, куда ехать. Ну, прыгай там, ты. Я помоги, я это откону. Куда прыгать? Туда. Помогите Анкону, блядь. А, помогай. Ты наблюдатель. Блядь, я... ну и пиздец, ебаный чекпоинт. Ну это пиздец вообще. Анкон, сейчас, погоди, я пусть. Куда ты залез, F занимаешь? Макс, тут проблема, короче, видишь? Я чекпоинт взял, и я не могу отсюда выехать потом, блядь. Назад, едь. О, назад. Все. Стой. Повернись. О, все. Ну, типа, повернись, типа... И теперь... В бездну, блядь. WS зажми. Пиздец, я сел нахуй на этой машине. На мышку нажми и поворачивай. На мышку левую кнопку нажми и поворачивай. А, блядь! Чё за наебалово? А, я понял. Чё ты полный круг сделал? Нихуя себе. Имя, у меня тут пиздец, посмотри. А, не бабки. Блядь, я свалился нахуй. Я свалился. Чё, Макс, а ты не прошел, да? Да, я не понял просто. Назад. Ну, иди назад, хуй ты поворачивайся. Повернись тут вправо, блядь, там где это, открытая дыра. Повернись нормально. Бля, как нет, это выехать, типа, середине, сука, из этого середине, дерьма, блядь? А? Блядь, Макс, как нормально. Ты выехал, а? Назад, едь, назад. Блядь, я жопой, типа, я не могу вообще разгон. Носом выехать. Да куда, ну, туда, нет, не туда, блядь. Я въебываюсь просто жестко и все, блядь. Ебан, аккуратно, тихо. Понял? Да. Я не могу так. Понять, куда мне ехать дальше, это ебаная камера, что въебывается, сука. Так ты эту хуйню, блядь. Да я не могу выехать, блядь! Какой дебил это придумал, сука! Руки ему нахуй поотрывать, мразь, блядь! А долг проехал. Я нормально. Ты опять проехал, блядь? А. Каким хуем ты это делаешь, блядь? Он перед ним тупо на газу. Вот, я ну смотрю. Чё, видишь, что у меня... Заезжай на рампу. Видишь, что у меня творится, когда я передом делаю это, блядь? Пиздец просто, алё! Алё, блядь! Машина, ты, блядь, издеваешься надо мной, сука! Вниз. Давай на дорогу. Всё, остановись. Я тебе подскажу лайфхак, едь. Тут типа, смотри, едь на край. Видишь, куда тебе надо лететь? Ага. Вон там немного разгон бери и летит, там чекпоинт огромный. Я забрал. Да, вот отсюда примерно. Не, слишком далеко. Да блять, какого хуя! Всё. Удачно.
Дальше там в дырочку надо залететь. Ну я, хуй с ним, я проебу это. Да блять ты, сука, убери ты эти лавочки, ты долбоёб! Кто подставил эту хуйню? Не на оба колеса. Одно колесо не должно заезжать, другое должно. Пиздец. Короче, я в кругах езжу, это капец же. Это реально жопа. Не надо так сильно, типа, Антон. Ох, ебать. Ко мне сидеть, дочь. Да там можно, можно там суши туда залететь, долг. Там да какого хера, блядь? Надо было сразу ехать, сука, не выебываться вот это вот, блядь. Не выдумывать сказки, блядь. Чекпоинты, хуйпоинты, блядь. Я тоже взорвал. Говно ебаное, эти ваши чекпоинты, блядь. Тормози, блядь, сука, на крыше катится. Нахуй эти лавочки тут стоят, алло. Сука. Чтоб это ты сдох со своими лавочками, повезает. Гондон, блядь. Который придумал эти лавочки здесь поставить, блядь. Педрила ебаная, блядь. Кусок говна, да ебаный, да блядь! Во. Бля, как ты, Макс, вот скажи, какого хуя, как ты проходишь, блядь, эти надо, лавочки? Надо на них да ехать, слышишь, поворачивать вправо. Не проходи полностью, а то время начнет. Да похер, он скажу, не прошел, не прошел, уже пофиг, ну чё. Да? Да конечно, ну а чё, о чём мы, блин? Ну давай попробуем, может, все-таки эту рампу ебаную пройти, сука. На ей нажми. И чё за хуйня, блядь? Куда дальше, алло? Ты не дозаехал? Я не знаю, что я сделал, блядь. Как... Что это за поебота была, блядь? Там по этому, по шоссе надо вниз тупо проехать. Как? Ну тут блок достал, короче. А я мне заносить, я не могу выехать. Я снайк на лавочках, блядь, короче. Я уже все лавочки перелетаю, блядь. Да хули он так ускоряется быстро, блядь? Вот именно, блядь, меня это больше всего бесит, блядь. Он долго это прошел, кстати. Блядь, ебаная камера, сука, ты можешь нормально себя вести, блядь, а не вот этой хуйней заниматься. Вниз, 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 еще вниз, да, вниз, вниз, вниз. Вниз, еще вниз, блядь. Да куда, блядь, еще вниз? Там, знаешь, как можно? Там можно остановиться и на синюю прямо туда... Запрыгнуть, блядь. Да. А как я остановлюсь? Можно. Я не вылечу оттуда, блядь. Ну, спасибо, ну, Макс. Да. Ладно, хуй с ним, блядь. Я хотел попробовать проехать, ну ладно. Тварь, куда поворачивать? А налево не идет, направо не идет. Ой, иди прыгай, нахуй, все, иди нахуй, блядь. Ну чё, ребят, спасибо всем за просмотр. На этом давайте закончим. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте это видео. Обязательно пройдитесь в описании. Там есть ссылочки на мой инстаграм, на ВКонтакте, на мой дискорд. Обязательно заходите к нам и общайтесь. Ну и вообще, ребят, все, пока. Всем до следующих встреч, до следующей серии. Пока-пока.